Уважаемый господин премьер-министр, мне действительно приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как и для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили, или кто-то в Беларуси и Латвии, все-таки мы были частью некогда большой страны, у нас были очень близкие отношения, не просто дружеские, близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны. Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько много смотреть назад, сколько обращать свое внимание и обращать свой взор вперед. В этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Белоруссией и Латвии. И в отличие от других балтийских государств, фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от расширения этого сотрудничества мы видим большую выгоду, если говорить об экономике, как для Латвии, так и для Беларуси. Вы знаете, что мы очень серьезно готовимся к моему визиту в Латвию. Спасибо всем вам и вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. И ваш визит сегодня в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу. Я хочу вам сказать, что я готов ответить на любые ваши вопросы. Надо обсудить эти все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом, чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся и не обсудим те или иные проблемы сегодня.